Челябинске задержан таксист известной компании. Водителя подозревают в краже десятка аккумуляторов. Кроме того, у шофера нашли карту города Челябинска, где, как считают сыщики, он делал пометки и высматривал дворы, в которых удобнее всего совершить преступление. Подробности в репортаже нашего корреспондента. На этих кадрах инспекторы ГАИ остановили в Ленинском районе таксиста для проверки документов. Но когда водитель открыл багажник, полицейский был крайне удивлен. Шофер сразу попытался оправдаться перед инспектором Дмитрием Ишменевым. И в багажнике были выявлены 12 аккумуляторных батарей. На что он пояснил, что аккумуляторные батареи принадлежат ему, и он везет их в город Чебаркуль. Полицейские ему не поверили, попросили припарковаться, вызвали на подмогу оперативников. В ходе досмотра автомобиля таксиста нашли специальное устройство для открывания капота легковушек. Аккумуляторы сразу изъяли, а задержанного доставили в райотдел. Кому они принадлежат? Ну давайте вариант первый, вам или не вам. Позднее в салоне его машины нашли карту города Челябинска. Красным цветом, как на допросе рассказал сыщикам задержанный, отмечены дворы, удобные для совершения кражи. Также в салоне автомобиля обнаружена карта с нанесенными на ней метками мест возможных похищений, совершенных, а также планируемых. Неудивительно, что он пользовался картой Челябинска. Сам парень – житель Миасса и плохо знает столицу Южного Урала. Днем он возил клиентов, а заодно изучал город. А ночью, видимо, вновь объезжал адреса клиентов. И, как считают сыщики, чтобы вскрыть машины и забрать автоаккумуляторы. В отделе полиции тракторозаводские управления МВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У полицейских есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению других аналогичных преступлений. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, куда он мог сбывать аккумуляторы. Стражи порядка ждут звонков от водителей, которые могли не писать заявление о пропаже запчастей.